Пациентка 27 лет обратилась с целью контроля лечения пневмонии. Ранее выполнялась только рентгенография легких. Область исследования – органы грудной клетки. Контрастное усиление не проводилось. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. В шестом сегменте левого легкого выявлена полость размером 78 на 48 на 50 мм. С уровнем жидкости глубиной до 30 мм. Плотность содержимого плюс 10, плюс 20 Хаусфилда. Пневматизация прилежащей легочной ткани несколько снижена. По нижней поверхности инфильтрация определяется дренирующим бронхом. Легкие расправлены. Ход и проходимость трахеи главных удалевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено, не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. В аортопульмональном окне единичный лимфоузел размером 12 на 13 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечно-лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина более характерна для абсцесса, скорее хронического, левого легкого. На фоне пневмонической инфильтрации. Рекомендована срочная консультация пульмонолога, госпитализация. Абсцесс легкого – это неспецифическое воспаление легочной ткани, в результате которого происходит расплавление с образованием гнойно-некротических полостей. В период формирования гнойника отмечается лихорадка, торакалгия, сухой кашель, интоксикация. В период вскрытия абсцесса – кашель с обильным отхождением гнойной мокроты. Диагноз выставляется на основании совокупности клинических лабораторных данных, рентгенологической картины. Лечение подразумевает проведение массивной противомикробной терапии, инфузионно-трансфузионной терапии, серии санационных бронхоскопий. Хирургическая тактика может включать дренирование абсцесса или резекцию легких. Пациентка была экстренно госпитализирована в многопрофильный стационар для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения.